Открытый чемпионат города Бреста по легкой атлетике памяти Петра Гаврилова – первый официальный старт спортивного сезона 2018 года, который проводится под эгидой Брестского горосполкома. В 18 дисциплинах легкой атлетики принимают участие спортсмены от 2001 года рождения и выше. Поскольку чемпионат уже стал традиционным, то он имеет большой интерес среди легкоатлетической общественности. И все, скажем так, он открывает зимние старты, и все участники готовятся именно к нему. Интерес у всех высок, потому что оно для всех интерес открытие сезона, открытие года, открытие сезона. Поэтому многих взрослых спортсменов, я думаю, что и в толкании, и ядра, где-то можно будет увидеть, наверное, в спринте пару человек, тех, кто уже взрослые спортсмены, мастера спорта и выше уровня, и они с большим удовольствием примут участие в данных соревнованиях. Чемпионат города Бреста традиционно открывает зимний легкоатлетический сезон. Соревнования личные, а это значит, что для спортсменов и их тренеров это проверка сил перед состязаниями более высокого уровня. У нас впереди кубок, самый чемпионат страны, поэтому в любом случае старт этот очень нужен. Вот, поэтому есть продолжение сезона, конечно, кубок, чемпионат, и, как мы, если я не ошибаюсь, в марте месяце у нас будет проводиться ежегодный командный чемпионат по метаниям, не команда, даже чемпионат Европы по метаниям проводится, зимний. Вот проводится. Поэтому нет, это и открытие сезона, и наоборот, как бы так все раскручиваются, готовятся к кубку и чемпионату, который будет в феврале месяце. На дорожках и в секторах легкоатлетического манежа рядом с перспективной молодежью выступают и уже именитые спортсмены. Для начинающих легкоатлетов чемпионат как промежуточный экзамен. Для опытных мастеров подготовка к чемпионату и Кубку Беларуси. Открыть сезон, как бы почувствовать себя на соревновательной, почувствовать, как ты уверен в своих силах, либо нет, либо да. Ну, почувствовать. Самое первое, чтобы чувствовать свои силы, сможет добавить или нет в начале сезона. У нас сейчас вот кубок и чемпионат будет страны. И вот на них пока так у нас как бы зима такая проходящая, чисто почувствовать свою форму. А на лето уже готовимся на Европу. Мне очень понравились соревнования. Я бы хотела, конечно же, занять призовое место. Мне хотелось поучаствовать. Я рвалась к успеху. Рада, что все так получилось. Я прыгнула, надеялась на этот результат. Вот. Прыгнула, что хотела, на что способна и к чему стремилась. А стремиться всегда есть к чему. Зимний спортивный календарь 2018 года для брестских легкоатлетов будет насыщенным. Уже 19 января наши спортсмены примут участие в республиканских соревнованиях «Минская зима». А в первых числах февраля в Гомеле пройдут кубковые состязания. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.